Как приготовить заливное из говяжьего языка? Чаще всего отведать заливное из говяжьего языка нам удается в кафе или ресторанах. Мало кто берется за приготовление этого блюда, думая, что это очень сложно. На самом деле, угостить своих друзей заливным можно и не имея диплом повара, нужно только найти немного времени. Подберите свой рецепт, как приготовить заливный язык, говяжья инструкция. Один язык помойте холодной проточной водой. Лук, морковь очистите и крупно нарежьте. Возьмите 150 грамм холодной кипяченой воды и замочите в ней желатин на 1,5 часа. 2. Положите язык в кастрюлю, залейте холодной водой и поставьте на огонь. Варите язык 1,5-2 часа до полной готовности. За 30 минут до окончания варки добавьте в кастрюлю морковь, лук, лавровый лист, перец, бутончики, гвоздики и соль. После того, как язык сварился, выньте его из кастрюли, окуните в холодную воду и отложите на отдельной тарелке. Из бульона выньте все крупные куски моркови и лука. 3. Процедите бульон. Для этого возьмите глубокую миску, накройте ее ситом и аккуратно вылейте в нее содержимое кастрюли. Вместо сита можно использовать марлю. Медленно влейте желатин в миску с горячим процеженным бульоном, постоянно помешивая ложкой. Мешайте бульон до полного растворения желатина. 4. Возьмите формочки и налейте в них бульон слоем 3-5 мм. Поставьте формочки в холодильник до полного застывания бульона 20-25 минут. На застывшей желе выложите горошек и клюкву. Выкладывайте клюкву и горох по краю, а в центр формы положите лист петрушки и укропа. Залейте содержимое формочки тонким слоем бульона 2-3 мм и снова поставьте их в холодильник на 20-25 минут. 5. Порежьте язык небольшими тонкими кусочками и заполните ими формы до краевых. Содержимое форм полностью залейте бульоном и уберите их в холодильник на 5 часов. Если есть возможность, лучше оставить заливное в холодильнике на сутки. 6. Приготовьте тарелку, на которой будете подавать заливное. Аккуратно переверните формочку на тарелку и выньте заливное. Если вы готовили заливное в большой форме, выньте его на большую плоскую тарелку и нарежьте кусочками. Заливное из говяжьего языка подавайте к столу с майонезом или соусом из хрена.